a season of restoration. Итак, Деяния, 20 глава, 22 стих. Апостол Павел говорит: «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная». Скажите сегодня со мной, бывают времена, когда я не буду знать? Мы не знаем всего. Но мы знаем того, кто держит будущее в своих руках, а значит, наше будущее обеспечено. Не зная, что там встретится со мною, только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью. Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благой вести. В переводе Passion, который я люблю, некоторые из вас не любят его, но в нем нет ничего плохого. В 22 стихе Библия говорит: «И теперь я ощущаю побуждение от Духа Святого». Ваш пастор, пастор CRC, ощущает побуждение от Духа. Открыть церкви безопасно. Я этого не отрицаю. Я больше не буду сидеть, ждать, чтобы кто-то сказал что-то о церкви. Государство не имеет права контролировать судьбу и будущее церкви. Сказано: «И теперь я ощущаю побуждение от Духа Святого, чтобы пойти в Иерусалим, не зная». Дело в том, что мы не знаем всего, но мы знаем, что все мы однажды предстанем перед Иисусом Христом. Я не буду лезть на самый верх. Мы все предстанем перед Иисусом и дадим отчет за свою жизнь абсолютно все. Не за ту жизнь, которую мы проживаем, а за ту, к которой Он призвал нас. Повторюсь, не полезу на самый верх. Это означает, что нам нужно отношение освящения. Вот о чем говорит Павел. Он говорит: «Я ощущаю побуждение в Духе Святом». Это означает, что моя жизнь больше не принадлежит мне. Я освящен для Бога, для воли Божией. Нам всем постоянно приходится принимать решения. И то, что кажется хорошим сейчас, может не казаться хорошим завтра. Не все хорошие идеи — это идеи от Бога. Если мы хотим водительства Духа Святого, мы должны в первую очередь прийти в место освящения. Вы скажете: «Пастор, что вы имеете в виду?» Я должен подчиниться Божьей воле на мою жизнь. Я изучал закон, хотел стать адвокатом, хотел пойти в поликлинику, но Бог пришел ко мне и спас меня, призвал меня в служение. И за 34 года в роли пастыря я слышал снова и снова от людей: «Я меньше всего ожидал, что ты будешь пастырем». Я думаю, что именно поэтому Бог и призвал меня на служение пастыря, чтобы изменить этот мир. Ничто во мне не хотело быть пастырем, ничто, но Бог призвал меня. Когда я говорю о побуждении в Духе, то это означает, что мы должны отдаться Ему, отдаться господству Иисуса Христа, делу Христа. Это когда мы ищем чего-то большего, чем просто выжить и жить своей жизнью. Освящение — это когда вы отделяетесь от чего-то ради чего-то. Покаяние означает отвернуться от чего-то, кому-то. И этот кто-то — Иисус Христос. Иисус молился в Гефсиманском саду, когда Его пот был как кровь. Телесно Он не хотел идти на крест, но Он молился: «Не моя воля да будет, но Твоя». Трижды Он повторил эту молитву. Это самая сложная молитва для христиан. Но эта молитва позволяет вам пережить водительство Духа Святого. Вы не можете быть диким жеребцом.
Вы хотите, чтобы Бог вел вас на ваших условиях? А такого не будет. Мы не говорим о вашем спасении, мы говорим о водительстве Духа Святого. Все начинается с того, что мы сдаемся. Не буду вам лгать, не моя воля, да будет, но твоя. Иногда ваша воля хочет повести вас одним путем, но Божий план больше, потому что Божий план вечный. Божий план всегда сфокусирован на Его Царстве. А Его Царство всегда помогает человечеству. Вот почему пришел Бог. Мир на земле и в людях благоволение. И когда мы теряем фокус высшей цели, мы зацикливаемся на этом мире. Нами начинают управлять наши нужды и желания. Мы хотим, чтобы Бог вел нас вне места освящения. Послушайте, освящение будет стоить вам... Вы говорите, пастор, чего оно будет стоить мне? Оно будет стоить вам вашей жизни. Ваша жизнь за его жизнь. Я связан духом. Я больше не хозяин своей жизни. Я отдал права Иисусу. Он не только мой Спаситель, но и мой Господь, и мой Искупитель, мой Бог и Царь. Хотел бы услышать на это аминь. Павел говорит об отношении освящения. Во-вторых, я не знаю всего. А кто знает? Вот почему Иисус сказал, «Не переживайте о завтрашнем дне, не думайте о том, что есть и пить. Жизнь больше этого». А какой жизни он говорит? О той жизни, которую Бог подготовил для вас. Я знаю, что COVID принес в нашу жизнь заботы и тревоги. Мы с легкостью принимаем решения, которым нас предупреждает Иаков, когда говорит «Будьте осторожны, говорящие». Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год. И будем торговать и получать прибыль. Он говорит, будьте осторожны. Вы не говорите, если на то будет воля Божия. Вы можете уйти из воли Божией, и это будет стоить вам вашего брака. Вы можете уйти из воли Божией, и это будет стоить вам вечной награды. Однажды вы предстанете перед Иисусом. Все мы хотим услышать от Иисуса. Хорошо, добрый и верный раб. Ведь так? Больше всего. И вот почему мне нет дела до лайков и дизлайков в соцсетях. Это не имеет значения. Они не мой судья. Есть лишь один судья, один царь, один законодатель. Это праведный Бог, наш защитник Иисус Христос. Он говорит, ты прощен, ты оправдан. Ты праведен, и у тебя есть будущее и надежда. Давайте уделим время и принесем Иисусу жертву хвалы, потому что Он достоин во имя Иисуса. А второе, что я скажу, я перейду к четвертому сразу. Я хочу поговорить об этом. Третье. Он говорит, я принял решение закончить хорошо. Многие начинают хорошо. О, аллилуйя! Но мы хотим закончить хорошо, ведь это так. А вот почему мы будем бороться за наши церкви. Не за здание, а за церкви. Мы знаем, здание — это не церковь. Не говорите мне, что здание — это не церковь. Спасибо, конечно, за пояснение. Точно так же и ваша вилла из кирпича — это не ваш дом. Но это ваш дом. Больница — это не кирпичи. Больница — это то, что происходит за кирпичами. Университет — это не здание. Университет — это образование, которое дается в этом здании. Поэтому хватит использовать религиозную риторику для разделения и говорить, «О, церковь — это не здание». Но церковь собирается в здании. Точно так же вы собираетесь с семьей в своем доме. И если вы не верите, продайте свои кирпичи, живите под деревом, пытаясь быть счастливой семьей. Мы хотим закончить хорошо. COVID — это атака на следующее поколение. Сатана всегда атакует следующее поколение, наших сыновей и дочерей. То, что происходит в ЮАР последние 10 лет, просто поражает. Большинство христиан спят. Принимаются законы, с которыми не согласен ни один родитель, но это происходит.
а христиане просто борются друг с другом. Церковь — это не здание. А люди умирают без Иисуса. Люди разбиты. Я встретился с 4 женщинами на этой неделе, и все они плакали. Открыто плакали, они были разбиты. Я говорил с одним человеком. Он сказал: «Мой лучший друг дважды пытался совершить самоубийство. У него 2 детей. Дважды за 3 месяца мужчина пытался совершить самоубийство дважды». Вы думаете, что это нормально? Что изоляция — это нормально? Это тюремный приговор из ада. Худших заключенных садят в одиночку, чтобы эмоционально уничтожить их. Вы думаете, что все это, что происходит на земле, не пришло из ада? И нам, верующим, должно быть комфортно с этим? Мы пытаемся спасать жизни. Это же все приводит людей к вечной погибели. Я не буду бороться с людьми. Я буду бороться с нечестием. Грех и нечестие — это 2 разные вещи. Грех не является проблемой для церкви. Это нечестные религиозные люди, фарисеи. Одна женщина рассказывала, что вышла из такси, когда приехала домой. И там в таверне было 1000 людей. Я спросил ее: а где была полиция? Полиция ездила туда-сюда. Но они не делали ничего. А когда в церкви, которая способна принять 7000 человек, собирается 70 человек, люди сразу же хотят вызвать полицию. Почему? Вас это устраивает, да? Меня нет. Я говорю: хватит с нас, хватит. Мы больше не будем терпеть этого. Мы выйдем на все дороги. И первая дорога — это молитва. Вторая дорога — работа с правительством. Мы 8 раз встречались с ними и просим еще одну встречу. А после этого мы выйдем на все дороги, чтобы открыть наши церкви, чтобы люди приходили и переживали присутствие Божие. Как давно вы переживали присутствие Бога? Может быть, год назад? Наши залы пусты. Мы больше не можем кормить 1000 людей, которых мы раньше кормили по воскресеньям. А вы хотите следовать религии во время эмоционального кризиса? Мы закончим хорошо. А затем он говорит о водительстве Духа Святого. Я хочу сконцентрироваться сегодня на этом. Он говорит: свидетельствует Дух Святой. Я скажу вам так, Дух Святой никогда не обращается к вашему разуму. Библия говорит в 1 послании к Коринфянам, 6 главе, 17 стихе: «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Где Бог? Он с вами, Он внутри вас. Но куда Бог говорит вам? Ваш Дух. Он постоянно говорит с нами. Но мы его не слышим, потому что мы фокусируемся на телесном. Мы постоянно слушаем медиа, правила, все новые и новые правила. А в годы апартеида христиане отказывались следовать правилам. Знаки по всему ЮАР гласили только для черных или только для белых. Были чернокожие верующие, которые сказали: «Хватит, мы выходим на протест». Кстати, это было противозаконно, но они вышли. Гражданское движение в Америке под предводительством Мартина Лютера Кинга. Он сказал: «Эти правила нечестивые. Вы отделяете нас. Вы уничтожаете будущее наших детей. Мы больше не будем следовать им. Мы будем стоять за свои права как люди, как жители ЮАР, согласно нашему Биллю о правах и нашей Конституции. Мы будем стоять за религиозную свободу, чтобы у наших детей было будущее и надежда в ЮАР. Надеюсь услышать от вас аминь. Вы готовы действовать радикально? Вы готовы стать Даниилом, Сидрахом, Месахом, Авденаго, Есфирью, Мардохеем наших дней? Это люди, которые не стыдятся встать за имя нашего Господа Иисуса Христа. Есть вещи, которые мы узнаем через откровение. Бог послал Духа Святого, чтобы открыть эти вещи нам. Во-первых, чтобы Он стал нашим божественным ободрителем, учителем, помощником.
Дух Святой покажет нам будущее. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Иисус говорит: «Когда же придет Он, то наставит вас на всякую истину». Римлянам 8:14. «Ибо все, водимые Духом...» Хочу сказать это еще раз. Люди говорят: «Бог никогда не побудит вас выступать против определенных законов». Если закон злой, вам стоит нарушить его и быть готовым к наказанию. Нет ничего хорошего в апартеиде. Это был закон, который нес ущерб достоинству и будущему. Людям пришлось противостать ему. Не думайте, что христиане никогда не должны выступать против того, что диктует правительство. Библия говорит: «Бойтесь, если делаете зло, не бойтесь, если делаете добро». Если правительство гонит вас за то, что вы делаете добро, то ему придется дать за это ответ перед Богом. Запомните это. За свой злой план они дадут ответ перед Богом. Иисус нарушал все правила, чтобы творить добро. Он был распят злой Римской империей за это. Реальность состоит в том, что Бог постоянно говорит к нам через своего Святого Духа. Бог не молчит. Проблема в том, что мы не слышим Его. А почему? Потому что мы настраиваемся на канал мира, а не Бога. Все просто. Бог не молчит, Он говорит. Но когда вы больше фокусируетесь на материальном, чем на духовном, вы не будете слышать голос Божий. Посмотрим первое послание к Коринфянам, 2 главу. Как вы помните, апостол Павел молился и говорил: «Молюсь о том, чтобы твое тело оставалось непорочным». Дух, душа и тело. Сначала Бог должен осветить вас. Освящение значит отделение, чтобы Бог отделил тебя. Твой дух, душу и тело, и сохранил тебя, дух, душу и тело, вплоть до того, как ты отправишься домой к Господу. Итак, у вас есть три части. Если ваш разум сходит с ума, если у вас безумные мысли, вы не будете слышать, что говорит Дух Святой. И поэтому я постоянно говорю людям: если пишете что-то в Твиттере, добавляйте 5 мест Писания к своему твиту. Не пишите о своих эмоциях и своем гневе. Если вы называете себя верующим, напишите хотя бы 5 мест из Нового Завета. Ведь так? В противном случае вы просто изливаете свои эмоции, злость, боль и свое мнение. Люди, которые нападают на нас, называют CRC белыми. Почему так? Потому что я пастор CRC, но из 120 тысяч членов у нас 70% чернокожих. Так кто определяет церковь? Может, я? У вас проблемы с тем, что я розовый? Оставьте свой расизм. Аминь. Когда я в последний раз читал Библию, то не видел, чтобы Бог называл меня каким-то цветом, потому что Он не смотрит на внешность, а вы говорите лишь о внешнем. Настало время встать вместе. Мы ведем эту битву за вас, пастор в поселке. Мы не против вас, мы боремся за то, чтобы ваша церковь могла открыться. Мы боремся за вас. Не будьте одним из тех, кто нападает на нас, потому что я розовый. Мне 56, мне уже особо нечего терять в моем возрасте. Я говорю об этом с уважением. Меня не особо волнует, что думают и говорят люди. Но я знаю, что Божье Царство регрессирует. Люди потеряны, разбиты.
И каждый муж Божий, который сострадает людям, должен встать и сказать: «Хватит политических игр, хватит религиозных игр, хватит придумывать тактики и дискредитировать других людей в теле Христовом. Нам нужны лидеры, которые будут стоять вместе ради потерянных и погибающих овец, которые рассеялись во имя Иисуса». Я скажу это еще раз. Откройте наши церкви безопасно и ответственно. Вы слышите? Безопасно и ответственно. 1 Коринфянам 2:9. Библия говорит: «Но как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А вы любите Бога? Вы можете любить Бога лишь потому, что сами приняли любовь Божию. Бог говорит: «Я приготовил для тебя великое». Иеремия 29:11. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Сказано нам, Бог открыл это Духом Своим Святым. Ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего». Что Он делает? Приносит страх, чувство безнадеги, сомнение и неверие. Это не тот Дух, который мы приняли. Второе послание Тимофею, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». А это означает, что во время пандемии мы не теряем свои умы, не сходим с ума, не нападаем на своих братьев и сестер в теле Христовом. Мы молимся, Он говорит, но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать. Где мы знаем? В сердце, не в голове. Дабы знать. Знать через откровение. Откровение Духа Святого. Бог дал вам Духа Святого. У вас есть Дух Святой. У вас, не только у епископа, апостола, у вас лично есть Дух Святой внутри. И вы можете знать то, что Бог приготовил для вашего будущего. Мы говорим о будущем. Он говорит о будущем, которое Бог приготовил для вас. Это не то, что предсказывает экономист. Бог проведет вас через долину. Благость и милость будут следовать за вами через долину. Бог приготовит вам стол в присутствии ваших врагов. О да! Бог помажет вашу голову свежим елеем. Да? Бог осенит вас. Да? Бог даст вам силу, чтобы вы могли стоять. Не воинство, мы не силой, но Духом Святым. Но вы должны жить в освящении Богу и быть чувствительными не к боли, страданиям и злости, но к личности Духа Святого. Скажите, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Мы всегда возвращаемся к Слову. Мы не водимы пророчеством, но Духом Святым, а Дух Святой никогда не нарушит Слово Божьего. Аминь. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет пути моему». Каждое решение должно соответствовать Писанию. Я не боюсь говорить о законах. Когда можно нарушить закон? Я приведу вам 10 примеров из Библии, но я также покажу вам, что есть последствия за нарушение закона. Мы не говорим о том, чтобы творить зло. Вы не можете воровать, убивать, делать зло. Вы не можете избивать женщину. Если вы бьете свою жену, мы не будем молиться за вас. Мы возложим на вас руки. Разницу понимаете? Истолковывайте это как хотите. Хотите быть законником? Мы будем поступать с вами по закону. О, да. Вы думаете, что у нас христиан прав нету? А вы думаете, что мы христиане только молимся?
Подставляем другую щеку. Иисус не говорил. Что делать? После того, как ты подставил другую щеку. Мы не как боксерские груши, не слабые цели. Мы невеста Христова, но мы не слабая цель. Сказано, душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего. Потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Вы не узнаете пути Божии через свой разум, аналитику. Вы узнаете их через Духа Святого. 2000 лет тому назад Бог послал Иисуса Христа, чтобы Он умер за вас. Когда вы принимаете Бога, Дух Святой приходит жить в вас. Возможно, сегодня вы говорите: «Пастор, я никогда не отдавал свою жизнь Иисусу. Я отошел от Бога. Что мне делать?» Помолитесь со мной. Положите руку на сердце и скажите эти простые слова: «Господь Иисус, я возвращаюсь сегодня к Тебе. Я верю, что Ты умер за мой грех. Я верю, что Ты жив. Я отдаю все Тебе». Аминь. Давайте поаплодируем нашим зрителям. Аминь.